Привет, друзья! С вами Дарика. Сегодня готовим слоеный пирог с беконом и сыром. Вот какие продукты нам понадобятся для приготовления. Чудесный, ароматный и очень вкусный слоеный пирог у нас сегодня получился. Обязательно попробуйте его приготовить, а еще подписывайтесь на мой канал, оценивайте видео и пишите комментарии. До новых вкусных встреч, друзья!